Сегодня в Барнауле торжественно закрывают год театра. Целый год нас, зрителей и ценителей дела «Мельпомены», радовали новыми постановками. А сегодня герои этих постановок встречают нас прямо в фойе. Здравствуйте, Красная Королева. Что празднуем? Закрытие года театра! Что вы празднуете сегодня? Вторник! Каких-то больших ролей не было, но, как вы знаете, для актера, вам хорошо известна эта фраза, нет маленьких ролей, есть маленькие артисты, рада любой роли. И рада вообще возможности соприкасаться с творчеством. Будь это концерты, будь это спектакли. Ну и каждый спектакль ты можешь начать заново и найти в нем что-то новое. Праздник праздников, но сегодня здесь произойдет действительно уникальное событие. Впервые в истории нашего региона сотрудникам театра вручат звания заслуженных артистов и заслуженных работников культуры Алтайского края, а также 7 губернаторских премий. И в такой год, и в первый раз звание это вручается, но, в общем, звание, ничего не меняет, третья рука, не третья нога не отросли, остаемся такими же людьми, продолжаем работать. Вывод, который можно и нужно сделать по итогам всех этих вот мероприятий, которые у нас происходили, то, что, наверное, так должно и дальше продолжаться. И этот вот вкус, который мы почувствовали, да, что это может быть не обязательно только в год театра. Неудивительно, что сегодняшний театральный парад начнет театр, который является хозяином сегодняшней площадки. Она просто забавлялась. Этот приглушенный смех, эта плохо скрытая радость. Нет, она влечет свое доброе имя, а моя честь. Они, черт возьми, позабыли. С другой стороны, я в таком положении. Вдруг полудобка Сюзанна выдала мою тайну. Благо, она сама еще не является ее участницей. В финале праздничного вечера гостей удивили необычным представлением. На одной сцене выступили сразу 6 театров. 4 барнаульских, а также труппы из Бийска и Рубцовска. 6 театров на одной сцене – это событие уникальное, как и весь год театра в Алтайском крае в целом. Дарья Демилер, Николай Шелко. День с толком.